Всем здравствуйте! Я обращаюсь в «Диктатура закона», и меня зовут Качанов Адильхан Муратович. Я вынужден сегодня обратиться публично, так как с 2019 года мы не можем добиться справедливости. В 2018 году мошенники обманули моего отца, заложили наш дом под займ. Из-за этого сегодня мы остаемся без крыши над головой. Мой отец никаких денег не получал. Все это указано в материалах досудебного расследования, судебных решениях. Однако никто на это не обращает внимания. Также в материалах досудебного расследования имеется видео, где заимодатель отдает денежные средства третьим лицам, а именно Искаковой Алтынай и Оспановой Гульжан. Это еще раз доказывает, что мой отец не получал никаких денег. Несмотря на то, что в материалах уголовного дела все имеется, что мой отец не получал никаких денег, никто, ни судьи, ни прокуроры, ни полиция, никто не обращает на это внимания. Эти мошенники по сей день ходят на свободе и не понесли никакого наказания. Из-за этой несправедливости и беспредела отец сейчас тяжело болен и находится в тяжелом состоянии. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, вы проводите ряд грандиозных реформ, но мы, как простые граждане, этого не ощущаем. Я хочу также обратиться к председателю Верховного суда, генеральному прокурору, чтобы обратили внимание на этот творящийся беспредел и разрешить эту ситуацию, а также восстановить справедливость и вернуть нам наше единственное жилье.